Привет, YouTube! Это очередное превью игрового дня. Я нахожусь в студии аналитиков. Сегодня на редкость пустует и студия аналитики, и вообще весь холл. Все еще, видимо, спят из-за того, что трансляция сегодня пойдет из отеля, а не из офиса Valve. Все пришли, ну или еще не пришли достаточно поздно. Аккуратненько покажу вам студию. Вот здесь сидят аналитики обычно. Здесь сидят люди, которые работают, заливают воды. Там за экраном сидит режиссер трансляции. Ну и, в общем-то, тут можно подкрепиться. Везде можно подкрепиться. А это Форс, который ждет начала игры. Ему сегодня комментировать первый матч, а никого еще нет. Непонятно, что происходит. Сегодня не будем анализировать ничего, сегодня просто мои прогнозы. Мой прогноз — LGD Liquid 2-1 LGD, Cloud9 LGD, ну или Cloud9 Liquid 2-1 Cloud, и DK выиграют 2-0 любого соперника, который выйдет против них. Это мой прогноз. Посмотрим, насколько он оправдается. Сегодня все трансляции будут на одном канале, точнее, она будет одна. Сегодня, насколько я понимаю, сегодня же нас будут типа показывать комментаторов. Сегодня вы сможете увидеть комментаторов вживую не только на телефоне, но и на камере. Посмотреть, насколько мы хороши, насколько мы сохранили физический облик за время пребывания в Сиэтле. Вот. Завтра точно такой же день, только со второй группой, где играют Na'Vi. Могу, кстати, многих порадовать, так, коротенечко. Вчера не было переигровок с Na'Vi, потому что переигровки должны были быть только за второе место и за десятое место. Na'Vi же заняли по итогам, по там матчам между собой, пятое место, ну, в смысле, между теми, с кем они спорили, пятое место, и гарантированно попали в Ки-арену. Завтра у них минимум одна, максимум две игры. В первой игре, если они выигрывают, они проходят в следующий матч, и если они выигрывают IG, они проходят в Венера. Схема такая, что победитель этих отборочных, вот этих вот групп из четырех команд, победитель каждой группы проходит в Венера и становится в пару к Vici Gaming или Evil Genius. Проигравшие три команды падают в лузера. И то же самое во второй группе, но проигравшая команда в первом туре покидает турнир. То есть сегодня Liquid LGD матч за попадание в топ-8, и завтра Ньюби против Титан, да, тоже матч за попадание в топ-8. Соответственно, допустим, Ньюби обыгрывают Титан, они уже в топ-8, потом проигрывают Na'Vi, падают в лузера, Na'Vi играют с IG, проигрывают, также падают в лузера, IG в Венера. Я надеюсь, схема проведение понятно. Все матчи Best of 3. Best of 3 все матчи? Все матчи Best of 3. Все очень просто. Вот сегодня, я думаю, что это уже можно огласить. Сегодня для вас будут работать на первой игре Вилат Форс, на второй Каспер Мейлшторм и на третьей Годхант Версута. А Light of Heaven будет катать паблики и унижать североамериканских дотеров на Тимберсоу. Вот и все. Всем пока, увидимся, возможно, в каком-то новом сегодняшнем видео. Ну, или, если ничего не запишу, увидимся с вами завтра. Завтра на очередном утреннем превью. Если, конечно, дотеры сегодня не затеют какой-то жесткий спор, из-за которого я поздно лягу. Вчера это было ужасно.